Ну все, прощай. Дурак ты, дурак. Руки, сука, или два шага от него, быстро. Мужики, вы чего? На пол ложись, гад, но сначала пушка двумя пальцами достань и тихонько положи рядом, быстро. Слышь, козел, у тебя голос знакомый, я тебя знаю. Я сказал, пушку брось и сам на пол. Ладно, ладно, не надо нервничать. А шприц куда девать? Можешь пока держать. Как скажешь. Только медленно, чтобы я все видел. Не вопрос. А шприц? Можешь выкинуть? Угу. Вот тварь! Я так и знал, что он выкинет что-нибудь такое.